Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги, партнеры, гости вебинара. Нас сегодня с вами совсем немного. Обычно мы в последнее время по понедельникам в 17:00 подводили краткие итоги, наверное, предыдущей недели, предстоящей, точнее, предыдущей, которая была до момента вебинара. Сегодня же мы с вами пробежимся по презентации компании Skyway Capital, то есть созданы, скажем, новые слайды для вебинаров, новые слайды для презентации. Вот. Постарались сделать эту информацию достаточно легкой для восприятия. Много времени она занимать не должна. Мы кратко представим проект, чем занимаемся, что из себя представляет технология. Ну и буквально 2-3 слова об инвестиционных возможностях, которые предоставляются абсолютно каждому человеку, который получил каким-либо образом информацию о развитии нашей компании. Итак, друзья, мы с вами говорим о проекте Skyway Capital. У нас сегодня презентация. Сразу же хочу задать вам вопрос, как обычно, слышно ли, видно меня? Достаточно ли хорошо видны слайды, которые вы сейчас видите на экране? Если да, просто поставьте плюсики и будем с вами двигаться по нашей сегодняшней информации. Опять же, форма будет примерно та же привычная, которая была до того. То есть мы сначала говорим непосредственно о несколько слов о технологии, вот, о тех успехах, которые достиг проект группы компании Skyway. И буквально в конце мы говорим о инвестиционных возможностях, о том, каким образом стать партнером либо инвестором в нашем проекте, вот, и что для этого необходимо сделать. Итак, друзья, понедельник. Двигаемся с вами вперед. Итак, коллеги, мы будем говорить о проекте, о технологии Skyway, которая касается в первую очередь, наверное, там 99%, скажем так, того, что делается на сегодняшний день. И транспортный рынок – это рынок транспортных услуг, как пассажирских услуг, так и перевозки грузов. То есть Skyway себя представляет инновационный транспорт, который движется над землей, поднят над землей. То есть это транспорт эстакадного типа. Высота, скажем так, путевой структуры стального рельса, размещаемого над землей, может составлять от нескольких десятков сантиметров до нескольких десятков и даже сотен метров. Какие преимущества, если кратко говорить об данной технологии? Первое. То есть мы имеем дело с технологией, по которой транспортные средства могут перемещаться достаточно с высокой скоростью и при этом, например, отсутствует такое явление, как пробки, да? То есть здесь нет перекрестков, здесь нет светофоров, транспорт двигается с высокой скоростью. Три сегмента транспортного рынка, как я говорил, это городской режим, это междугородний и международный режим высокоскоростной, где скорость может достигаться до 500 км в час. И это грузовой транспорт, который может перевозить огромные объемы грузов на большие расстояния. Да? То есть речь идет о миллионах тонн, практически, скажем так, соизмеримо с той же железной дорогой. Дальше, одно из преимуществ, то, что данная транспортная технология, она экологически чистая. Если мы будем сравнивать с любой транспортной технологией, которую мы используем на сегодняшний день, то есть на сегодняшний день транспортные средства, которые созданы в нашем проекте, да, это транспортные средства, которые перемещаются при помощи электродвигателя, мотор-колесо, создана целая линейка, это разработки КБ непосредственно конструкторов нашего предприятия. Ну и без границ действительно Skyway может стать, как мы говорим, и раньше говорили, объединяющей технологией, потому что люди смогут быстро перемещаться из точки А в точке Б. Это может быть в пределах, скажем так, одного региона, страны и даже на дальнее расстояние между соседними странами. Да? Мы часто останавливались на слайде, где показывали и говорили о том, что в мире транспорта существует большое количество проблем. Действительно, они касаются темы экологии, они касаются темы, скажем так, больших грузопотоков, которые сегодня существуют в мире, да, и скорость перемещения транспортных средств, например, и грузов по территории такого предприятия, как РЖД, оно является монополистом, да, на территории, составляет там порядка 9 км в час. Ну, первое, что действительно бросается в глаза и преимущество того же транспорта Skyway, то, что данный транспорт можно назвать всепогодным, и вы видите, например, да, какие-либо явления природы, причем неважно, это зима, это снег, либо, например, строить дороги в пустыне, ветры, песчаные бури и так далее, да, то есть изменения в природе, сильные силы ветра, большие ливневые дожди, сильные снегопады, все это сказывается на том, что транспортные системы, которые мы используем до сегодняшнего дня, будь то водный, автомобильный, железнодорожный или воздушный транспорт, ну, скажем так, они встают и получается транспортный коллапс. Дальше, про перевозки грузов, например, я сказал, да, сегодня все больше возрастает потребность перевозки контейнеров, и буквально сегодня я слушал передачу, которая выходила на телевидении Республики Беларусь, где обсуждался вопрос, надо ли или не надо строить высокоскоростные линии между Москвой и Минском, например, для того, чтобы увеличить пассажиропоток и сделать это максимально удобным по цене для пассажиров, которые могут перемещаться. Речь шла там о высокоскоростном движении между Москвой
Санкт-Петербургом там, и Минском, да, образовать такой треугольник. И говорилось очень много о том, что действительно возрастает объем перевозки грузов, и на сегодняшний день, вот как было сказано, например, белорусская железная дорога не досчиталась, скажем, большого количества денег, потому что просто-напросто не хватает подвижного состава во все возрастающие потребности перевозки различных грузов, будь то сыпучих грузов, жидких грузов, да, там те же контейнерные перевозки, которые сейчас объем контейнерных перевозок растет с каждым днем. И уже на сегодняшний день построено огромное количество терминалов, как было сказано, на территории Российской Федерации, там Китая, вы знаете этот шелковый путь, да, то есть это стратегия, которая разрабатывалась в Китае и странах, скажем так, находящихся на пути доставки грузов из Китая в Европу, например. То есть в этом направлении ведутся большие работы, но все равно тот транспорт, который мы имеем на сегодняшний день, просто-напросто не справляется с тем грузопотоком, который существует на сегодняшний день. И как раз-таки технология под названием Skyway, грузовой сегмент, да, направление развития данной технологии, позволит решить проблему от перевозки, скажем так, сыпучих грузов, жидкостей, до штучных грузов и до контейнеров. Сейчас как раз-таки ведется разработка транспортного средства под названием Unicom, который будет помогать перевозить контейнеры. Вы видите справа на слайде как раз-таки транспортное средство, которое будет создаваться у нас в конструкторских бюро и в дальнейшем будет испытываться, демонстрироваться его возможности потенциальным заказчикам. Далее, перевозки пассажиров. Ну, это, скажем, притча во языцах, потому что, например, жители крупных городов наверняка сталкивались с картиной, которая вот сейчас отображена на данном слайде. Конечно, мы здесь, вот, например, в Российской Федерации не видим такого количества полос, да, чтобы были вот такие пробки. По всей видимости, это Китай, боюсь предположить. Хотя вот я слышал тоже на прошлой неделе историю про дорогу, по-моему, из аэропорта города Даллас до центра города. Там было, по-моему, по 4 полосы в каждую сторону. Были жесточайшие пробки. По несколько часов люди стояли. Да? Сейчас вроде бы расширили еще 2 раза. И, по-моему, 8 полос в одну сторону, в другую. Тем не менее, пробки никуда не делись. И люди по-прежнему стоят в пробках. То есть это та проблема, с которой мы столкнулись на сегодняшний день. Средний уровень жизни, ну, тут можно спорить, где-то растет или не растет в каких-то странах, да, но количество автомобилей становится все больше и больше. А дороги, скажем так, они не резиновые, и в пределах, в черте тех городов, в которых мы с вами живем, уже просто-напросто невозможно расширять улицы, да, уменьшать, скажем так, ширину тротуара для того, чтобы люди могли перемещаться, например, пешком по поверхности этих городов. И как любит говорить Анатолий Дорощенинский, генеральный конструктор и создатель технологии Skyway, что вообще-то раньше города строились для людей, а потом, когда появился автомобиль, стали строить для автомобилей, абсолютно забыв о людях. То есть существуют огромные проблемы с перевозками пассажиров, существуют многочасовые пробки. Я буквально на прошлой неделе, уже в конце рабочего дня, в пятницу выезжал в сторону Беларуси на автомобиле, да. Ну и на коротком промежутке по расстоянию где-то, ну там порядка 15 километров, мы ехали, ну, около 2 часов по Минскому шоссе. И, по сути дела, все радиальные выезды из Москвы в пятницу вечером они имеют примерно одну и ту же картину. Конечно, там нет такого количества полос, но, поверьте мне, скажем так, перемещаться со скоростью меньше, чем пешеход, ну, довольно обидно. То есть на это тратятся часы, на это тратятся, если мы умножим, скажем так, на количество поездок и так далее. То есть огромное количество времени люди, проживающие в крупных городах и мегаполисах, тратят в пробках. Действительно, вот, скажем так, на примере всего того, что было сказано, существуют огромные проблемы с логистикой, с перевозкой. Ну, на сегодняшний день, вы знаете, да, если говорить, например, о цене перевозки грузов, самая, скажем так, доступная по цене на сегодня – это перевозка при помощи больших судов, то есть океанских там лайнеров, контейнеровозов и так далее, и так далее. Дальше уже железные дороги, потом автомобильные, самые дорогие перевозки – это авиационные. То есть, поэтому для перевозки огромного объема грузов перевозится, точнее, используется водный транспорт, железнодорожный транспорт. Но, как мы уже с вами выясняли, уже говорили на этом нашем сегодняшнем вебинаре, что железные дороги, ну, по крайней мере, на территории Российской Федерации, я думаю, да и Европы в том числе, уже не справляются с перевозкой грузов. То есть в том виде, в котором существуют эти технологии, сегодня они уже потихоньку-потихоньку захлебываются. И чтобы все это, скажем так, не привело нас в тупик, да, как раз-таки до сегодняшнего разрабатывается технология под названием Skyway. Как я говорил, технология Skyway – это технология транспорта второго уровня, стаканного типа. И, в принципе, на протяжении, наверное, последних там, 30-40 годов, даже более, предлагалось несколько вариантов, например, транспортных средств, которые могут размещаться над поверхностью Земли. Да? И эти транспортные средства, ну, в первую очередь, например, то, что сейчас на картинках, могут перевозить людей. Начиная с канатных дорог, там, начало 20 века, да, и заканчивая целым рядом предложений,
где, скажем так, в кабинках могут перемещаться в транспортных средствах люди, там двухместные кабинки, большеместные кабинки. Да? Вот сейчас, я знаю, скажем так, израильская, американская компания тоже разрабатывает транспорт второго уровня, идут испытания, даже есть, скажем так, опытные части трассы работающие. Да? Но мы говорим о технологии, которая в корне может решить все проблемы, технологии, которая, скажем так, сможет транспортные средства при перемещении по путевой структуре SkyWay решают целый ряд вопросов, и мы сейчас, скажем так, для сравнения посмотрим, что же все-таки предлагает SkyWay, да, какие вопросы она решает и почему выгодно. Итак, друзья, два слова, скажем так, наверное, об истории вообще запуска этого проекта. 2013-2014 год было принято решение для того, чтобы продемонстрировать возможность технологии SkyWay, для того, чтобы продемонстрировать, что из себя она представляет и какие преимущества по отношению к другим транспортным средствам, транспортным технологиям имеет. Был запущен проект по привлечению инвестиций в реализацию технологии SkyWay для того, чтобы на какой-либо стране, да, определиться с участком местности, на территории которого можно будет построить тестовый полигон и продемонстрировать возможности технологии, сертифицировать транспорт и потом уже приступить к строительству дорог в разных уголках планеты, там, где, скажем так, есть потребность в первую очередь самая высокая в данном виде транспорта. Было принято решение для того, чтобы привлекать инвестиции, использовать так называемую модель краудфандинга, где людям на выгодных условиях предложилось становиться собственниками долей компании. Да? То есть было взято, скажем так, за основу номинал одной доли $1 США. Это, скажем, ну, где-то, наверное, то, к чему мы стремимся на сегодняшний день. Было разработано 15 этапов привлечения инвестиций. Каждый этап из себя, скажем так, подразумевал определенное количество работ, которые необходимо реализовать и для которых необходимо было финансирование. На каждом этапе существовал свой дисконт, то есть это, скажем так, уровень доходности, либо отличие, во сколько, в разы отличие, скажем так, стоимости долей на каждом из этапов от номинала. Номинал, мы говорили, взят был $1 США. Всего этапов было 15, сегодня мы находимся, скажем так, в ситуации за неделю до перехода на последний подэтап 13-го этапа, у нас еще останется два этапа. Все эти этапы, вектор, который был задан в 2014 году, ведут нас к тому, что после окончания 15-го этапа технология уже будет расходиться по миру по тем адресным проектам, которые сегодня, скажем так, потенциально существуют в целом в большом количестве стран, практически на каждом континенте нашей Земли. За время с 2014 года, за время с первого, скажем, этапа привлечения инвестиций, это был январь 2014 года, было организовано собственное производство, о нем мы сейчас с вами поговорим, да. В 2015 году определились с участком местности, на котором начали строить, тогда мы говорили тестовый участок либо полигон, сегодня это экотехнопарк. Да? И на сегодняшний день создано, скажем так, порядка десятка транспортных средств, которые демонстрируют возможности нашего транспорта, что из себя представляет транспорт SkyWay и, в принципе, в сегментах городского, междугороднего, да, и грузового SkyWay. На сегодняшний день мы видим несколько образцов транспортных средств. Это двухместный Univin, который был создан, в принципе, летом еще 2018 года, да, и осенью проходили тестовые испытания. Тот же самый Unibike, который вы видите на экране, двухместное транспортное средство, которое было создано одним из первых. Это шестиместный Unicar, который здесь. Дальше 18-местный трехсекционный Unicar, 14-местный Unibus, который создавался параллельно вместе с Unibike. Далее. Это 42-местный двухсекционный юнибус. Модель, точнее, скажем так, транспортное средство, которое представляет из себя высокоскоростной модуль, который был продемонстрирован на международном мероприятии под названием «Инотранс 2018». Вот предыдущей осенью на мероприятии в Берлине. А вот тот самый юнибайк и 14-местный юнибус, о котором я говорил, да, это транспортное средство, которое были продемонстрированы, собраны за короткий промежуток времени с февраля 2016 года по сентябрь 2016 года и были продемонстрированы на крупном международном транспортном форуме «Инотранс 2016». Также грузовой «Юнитрак» и продемонстрирован, скажем так, грузовой комплекс, так называемый «Юнитранс», где возможно использование как вот таких вот «Юнитраков», да, и сыпучие грузы, например, весом там от тонны до двух, и плюс конвейерная лента, похоже на конвейерную ленту, ну, скажем так, на колесных парах двигающийся конвейер, который еще имеет возможность разгружаться, скажем так, движением, да, то есть поворотный. И были построены погрузочно-разгрузочные терминалы на территории экотехнопарка недалеко от города Марьино, Горка в Минской области. Все это сделано за короткий промежуток времени. Вот как я уже говорил, первыми были
созданы транспортные средства под названием Unibike. Это небольшое транспортное средство для перевозки двух пассажиров, которые один садится впереди, другой садится, скажем так, сзади. Плюс еще у Unibike есть одно преимущество. В нем предусмотрена возможность перемещение не только от двигателя, мотор, колесо, которое стоит на данном транспортном средстве, но также есть возможность заниматься фитнесом, крутить педали, да, и благодаря этой тяге перемещаться по путевой структуре Skyway. И второе транспортное средство – это 14-местный Unibus, который был создан, как я вам сказал, в 2016 году и продемонстрирован на мероприятии на Транс. Потом эти же транспортные средства первыми получили у нас сертификацию на территории Марьиной Горки. На территории нашего полигона были испытания, были, скажем так, долгое время проходила обкатка транспортных средств, мы получили сертификаты на использование узлов и агрегатов данных транспортных средств. Далее, сейчас вы видите трехсекционный 18-местный Unicar. Да, то есть это транспортное средство, которое было разработано при помощи программы 3D Experience, мы об этом еще два слова скажем. Грузовой Unitrack, то есть вот это транспортное средство, которое можно использовать для перевозки сыпучих грузов. Unitrans – это как раз-таки часть того комплекса, который у нас на сегодняшний день находится на территории нашего экотехнопарка. Можно найти ролики у нас на сайте в разделе новостей и посмотреть, как работает грузовой комплекс Skyway. Ну и, наверное, одно из последних транспортных средств, ну, не совсем последнее, но тем не менее, это легкий Univind, который может решить проблему, скажем так, малозаселенных городов, пригородов. Легкое двухместное транспортное средство, мало того, у него, скажем так, есть одно преимущество, то есть это съемный модуль, основная часть, которая двигается по путевой структуре, скажем так, толщиной, наверное, с 2 моих пальца, да, то есть тоже используется принцип рельса струны. Вот. Скорость также до 150 км в час, то есть данным транспортным средством, как я говорил, можно закрывать потребности, ну, близлежащих городов-спутников, малозаселенных городов, ну, каких-нибудь поселков городского типа. Высокоскоростной транспорт Skyway впервые был продемонстрирован на мероприятии на Транс 2018, шестиместный, скажем так, с крутой отделкой, как мы говорим, в VIP-исполнении. Все это было продемонстрировано на мероприятии в Берлине. Огромное количество специалистов мира транспорта увидело, что из себя представляет данное транспортное средство. Были, скажем так, передачи, посвященные нашей технологии после этого на японском телевидении. Приезжали, скажем так, из ТВ Токио сотрудники снимали, скажем так, целый фильм касаемо развития нашей технологии. То есть за 4 года технология о себе заявила голос. Мы имеем те транспортные средства, которые на сегодняшний день вот сейчас мы продемонстрировали. В слайды не попало транспортное средство под названием Unimobile. Это автомобиль, который был создан, точнее электромобиль, да, будет правильно сказать, для людей с ограниченными возможностями передвижения, как у нас говорили, да, для инвалидов. Двухместное транспортное средство, которое позволяет перемещаться со скоростью до 100 км в час. Ну, в городском цикле одной зарядки хватает, например, для перемещения транспортного средства на расстоянии 150 км. То есть для людей с ограниченными возможностями передвижения это, ну, хорошее транспортное средство, которое, скажем так, имеет огромное количество преимуществ, удобно парковаться. И самое главное, что человеку, который перемещается в кресле инвалидном, да, не нужно его покидать для того, чтобы разместиться за рулем и дальше управлять автомобиль. Что из себя представляет все-таки, да, вот струнный рельс, о котором мы говорим, видно на данном слайде. То есть вообще рельс-струна, да, он выглядит таким образом, что внутри металлического корпуса находятся стальные канаты, то есть это высокопрочная, которая закрепляется в анкерных опорах, размещаемых там на расстоянии километра, двух и более друг от друга. Да. Внутри корпуса рельса заливается высокомодифицированный пластичный бетон и получается такая жесткая ровная балка, да, как говорит Анатолий Эдуардович Чумницкий, без температурных швов. И на что хотелось бы обратить внимание здесь на данном рисунке, да, это на то, что данная технология, помимо всего прочего, помимо того, что мы можем, скажем так, ее строить на любых рельефах, да, то, что транспорт может перемещаться практически в любую погоду, она позволяет в удаленные уголки земного шара доставлять такие прелести цивилизации, как высокоскоростной интернет, потому что можно встраивать волоконно-оптические линии внутрь струнного рельса, да, и высоковольтные линии, то есть можно довести электричество и, скажем, высокоскоростной интернет в удаленные уголки
любой страны, там, на любом континенте. То есть вот таким образом выглядит струнный рельс. Эстакады, которые на сегодняшний день есть в наличии, да, и в принципе три основных вида путевой структуры, это жесткий рельс, который создан для перемещения, скажем так, ну, тяжелых грузовых модулей и для высокоскоростного SkyWay. Это полужесткий рельс, вот, фирменная структура, да, то есть по ней может сверху перемещаться, как мы говорим, навесной транспорт, это может быть тот же самый высокоскоростной, и подвесной транспорт снизу. Да, то есть можно два в одном перемещаться, скажем так, на дальние расстояния между городами, и в пределах города, скажем так, по нижней части эстакады могут перемещаться городской транспорт. И есть гибкий рельс, который может, скажем, натягиваться между высокими зданиями, что, кстати, на сегодняшний день не будет происходить на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Двигатели во время запуска нашего проекта предполагалось, что они могут быть на любом топливе. Сейчас разработана целая линейка двигателей мотор-колесо разной мощности для тех транспортных средств, которые созданы по нашей технологии за прошедшие 4 года. Каждое транспортное средство, скажем так, оно... В нем находится несколько двигателей мотор-колесо, например, винибайки E2, там более тяжелые, скажем так, 4. Те же виниконты, которые будут создаваться, которые будут перевозить контейнеры, да, там до 35 тонн, например. Там предполагается там то ли 6, то ли 8 двигателей мотор-колесо. Какие основные характеристики, да, на что следует обратить внимание, почему такое преимущество нашей технологии, почему мы заявляем, что мы можем экономить огромное количество топлива, там, энергии при перемещении транспортных средств. Первое – это высоко аэродинамичный подвижной состав. То есть и достигается это путем, например, ухода от так называемого эффекта экрана. Я думаю, многие из вас слышали, видели даже, да, если смотрели гонки прототипов, например, там автомобили, которые разгоняются до скорости 300-400 там, более километров в час. Иногда можно видеть картину, автомобиль по прямой разогнался, раз и взлетел, несмотря на то, что у него есть специальное устройство, принимающее к земле. Потому что действует мощная сила от поверхности земли, по которой перемещается данное транспортное средство. У нас же под транспортным средством нет сплошного полотна. Оно поднято над землей, есть всего два струнных рельса, по которому катится, например, высокоскоростной SkyWay. И на этом эффекте экрана экономится до 90% энергии, расходуемых на скоростях там, 300 км в час и выше. Вы видите, коэффициент аэродинамического сопротивления высокоскоростного унибуса у нас на сегодняшний день составляет 0,06. В автомобиле типа Bugatti, да, то есть крутого спортивного автомобиля, это составляет 0,4. То есть в несколько раз на... фактически даже на несколько порядков наши транспортные средства более эффективны в этом плане. Экономится огромное количество топлива, потому что действительно двигатели в пересчете, например, на бензин, да, на одного пассажира на 100 километров, вот там, в том же 14-местном минибусе, затрачивается порядка 100-120 миллилитров топлива. То есть это все, скажем так, характеристики нашего транспорта. Если мы будем сравнивать по целому ряду показателей технологию SkyWay с теми транспортными технологиями, которые используются на сегодняшний день, вот даже сейчас вы видите несколько диаграмм, например, да, капитальные затраты при строительстве. Действительно экономится огромное количество материала, такого как сталь, железобетон, да, потому что мы имеем транспорт эстакадного типа. Вот. И если мы будем сравнивать, ну, например, с технологией там, Maglev, либо монорельс, да, то мы в несколько раз меньше затрачиваем железобетона для создание путевой структуры. Далее эксплуатационные расходы. То есть экономится огромное количество денежных средств, даже если просто привести пример, возьмем зимние снегопады. Да? То есть на любой транспортной технологии, там будь то железные дороги, высокоскоростные железнодорожные магистрали, двигатель на магнитном подвесе и так далее, снег необходимо, скажем так, счищать, убирать и так далее. Здесь он даже практически не будет задерживаться на путевой структуре. И, как говорил Анатолий Дарович Юницкий, во время читания полигона в Озерах, когда испытывалась технология первого поколения, специально на струны намораживалось лед толщиной 5 сантиметров, и транспортное средство на стальных колесах просто очень легко его выдавливало. Далее, расход энергии, опять же, в разы, да, по сравнению с теми транспортными системами, которые мы на сегодняшний день используем. Загрязнение окружающей среды, то есть самый экологически чистый вид транспорта. И очень важно понять, что самый высокий уровень транспортной безопасности. То есть, если сравнивать, например, с автомобильным транспортом, который является самым аварийным на сегодняшний день, то более чем на, там, получается, три порядка, да, безопасность транспорта SkyWay выше, чем тот же автомобильный транспорт. Соответственно,
Как мы говорили, здесь нет перекрестков, нет пересечений с другими транспортными системами. Очень важно, что транспорт SkyWay не будет пересекаться с людскими потоками. Соответственно, люди могут не опасаться того, что будут сбиты, да, в самом неожиданном месте, как это происходит на сегодняшний день на автомобильных дорогах. Скорость, как мы говорили, высокоскоростной междугородний SkyWay может развивать до 500 и более, до 600 км в час. Да, и по такому показателю, как экономия и скорость, то есть мы, скажем, по скорости находимся между самолетами там, и другими, скажем, ну, высокоскоростными там, теми же самыми автомобилями, железными дорогами, то есть на втором месте по скорости 500 км в час, в принципе, даже не все моторные, легкомоторные самолеты развивают такую скорость. То есть SkyWay действительно это экономия во времени, да, это скорость, это комфорт. Ну, если мы просто сравним с теми технологиями, которые второго уровня, да, там, или, вот, например, свежей разработки той же Hyperloop, по стоимости 1 километра дороги, то мы значительно выигрываем, ну, вот, например, если сравним с монорейсом, да, то где-то порядка 36-40 миллионов долларов стоит километр монорейса, у нас порядка 3-8. По технологии Maglev, если строить поезда и эстакады, то, что используется, например, в Шанхае, да, это порядка 100 и более миллионов долларов за километр. Hyperloop, который предлагает Илон Маск, где-то уже, скажем так, создаются участки и строятся, тоже более 100 миллионов долларов за километр. Соответственно, по цене мы выигрываем значительно. Как я уже говорил, очень важно отметить следующее, то, что наше производство, которое стало развиваться с 2015 года, да, потому что первый специалист в КБ, он же генеральный конструктор технологий, у нас появился в мае 2014 года. Сейчас у нас работают более 800 специалистов инженерных, конструкторных, скажем так, других специальностей на территории Республики Беларусь. И на сегодняшний день используются современные станки, современное оборудование и современное программное обеспечение под названием 3D Experience компании Dassault Systems. То есть это программное обеспечение позволяет, скажем так, на любом этапе создания транспортного средства отследить любое изменение, скажем так, будь то в проекте, будь то там изменилась какая-нибудь резьба, да, в каком-нибудь болте, который используется в транспортном средстве. Сразу все, кто работает над данным транспортным средством, видят изменения, которые происходят в данном проекте. 3D Experience недавно проходил форум, который проходил здесь в Москве, в Сколково, да, его организовывала сама компания 3D Dassault Systems, и, в принципе, по-моему, даже вторым докладчиком был представитель нашей технологии, это был заместитель генерального конструктора, который делал доклад о том, как мы применяем данную технологию. По сути, компания «Струнные технологии», которая занимается непосредственно разработкой и внедрением технологии SkyWay, первая на территории Республики Беларусь стала использовать данное программное обеспечение. То есть этим стоит гордиться. Мы уже, скажем так, делимся своим опытом, да, в создании транспортных средств по технологии SkyWay, используя программное обеспечение 3D Experience либо индустрии 4.0. То, что сегодня начинает активно шагать по миру, это, скажем так, когда-то это было технология будущего, сейчас тоже технология настоящего. Автором струнных технологий, автором технологии SkyWay является Анатолий Эдуардович Юницкий, который родился на территории Советского Союза, на территории Республики Беларусь. Достаточно давно он работает в этом направлении, потому что первая идея, которая посетила его, это неракетное освоение космоса, потом в рамках, скажем так, более широкой идеи родилась идея струнных технологий, которые, скажем, сегодня разрабатываются уже не один десяток лет. Вот. Анатолий Эдуардович Юницкий работает над этим, не прекращая уже, как я сказал, очень долгий срок. За это время у него более сотни изобретений, как мы приводим, более 150 изобретений, порядка 200 монографий, более 200 научных работ, издаваемых в различных изданиях, как на территории бывшего СССР, так и мира. Сегодня он является председателем совета директоров международной группы компании SkyWay и генеральным конструктором нашей технологии. Как я говорил, был уже опыт, скажем, демонстрации, что из себя представляет технология первого поколения. Это было в подмосковном городе Озёры. С 2001 по 2009 год существовал полигон в подмосковном городе Озёры, где был продемонстрирован на участке 150 метров стальные эстакады. То есть принципы заложены те же. Внутри, скажем так, были натянуты струны, прокачан бетон. И на стальных колесах ЗИО-131 взбирался по этой эстакаде. Были получены отзывы, скажем так, экспертные мнения специалистов целого ряда структур, имеющих прямое отношение к транспортной отрасли. И вот, скажем так, вторая попытка создания тестового участка, на котором можно продемонстрировать, что из себя представляет технология SkyWay, происходит сегодня в Республике Беларусь. За время работы, начиная с, ну, еще, наверное, с начала этого тысячелетия, было получено 83 патента и сертификат по всему миру на территории от Китая до Австралии, до Соединенных Штатов и Канады. Да, мы имеем европейские сертификаты и патенты, мы имеем
сертификаты и патенты целого ряда стран СНГ, как было уже сказано, Австралия, Китай, Япония. То есть это делается специально для того, чтобы прежде чем на строительство дорог в целом ряде регионов мира, технологии необходимо защитить. Начиная с 2014 года, представители группы компаний Skyway принимали участие в 18 крупных международных выставках и форумах, где демонстрировали, что из себя представляет технология, да, знакомили, скажем так, заинтересованных лиц, представителей различных администраций разного уровня, разных стран и регионов, специалистов мира транспорта, что из себя представляет технология. И, конечно же, каждый из этих форумов, скажем так, внес свою лепту в развитие технологий на территории земного шара. Ну, что еще хотелось бы отметить, то, что в 2018 году уже это касаемо развития самого предприятия, которое находится у нас в Республике Беларусь, был получен сертификат соответствия менеджмента качества, да, требованиям сертификата ISO 9000 Тюхтюринген, то есть вы видите как раз-таки вручение данного диплома. Что мы еще имеем? То есть в 2014 году, когда запускался проект, был генеральный конструктор, была идея, была уверенность, была его уверенность в том, что мы данный проект реализуем, если будет должное финансирование. Было большое количество людей, которые поверили генеральному конструктору, ну и стали, как мы говорим, рублем голосовать за внедрение данной технологии по разным причинам. Были те, которые хотели, скажем так, экологически чистую вещь своим детям. Были те, которые просто хотели помочь генеральному конструктору, который всей душой желает внедрить технологию, который может изменить ситуацию в мире вспять, точнее повернуть, скажем так, то, что происходит сегодня. Как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, если мы ничего не изменим в промышленном производстве, там 2-3 поколения, мы потеряем землю. То есть наши потомки не получат ее в том виде, в котором она даже сейчас. Хотя лет сейчас ситуация, лет 100 назад, я думаю, вы со мной согласитесь, очень сильные, очень большие отличия, потому что действительно индустрия, которую развивает человечество на сегодняшний день, его же убивает. Так вот, с 2014 года по сегодняшний день, как говорил сам генеральный конструктор технологии, мы сегодня имеем в собственности более 20 зданий. На верхнем слайде, точнее на верхнем рисунке данного слайда вы можете видеть четырехэтажное офисное здание, которое у нас находится на, скажем так, территории промышленного района города Минска. Это в 2-3 минутах ходьбы пешком от станции «Тракторный завод». Это собственное здание, которым владеет предприятие «Струнные технологии». Там у нас находится большое количество конструкторов, большое количество инженеров, работающих над внедрением технологий. Помимо всего прочего, мы еще имеем целый ряд зданий на территории города Минска. Мы имеем свое собственное производственное, точнее, свое собственное производственное помещение, которое на сегодняшний день продолжает расширяться. Да? То есть идет строительство еще одного корпуса, на территории которого серийно уже будет выпускаться Юникар в тропическом исполнении, который в начале 2018 года поступил на территорию Экотехнопарка для испытаний, сейчас уже, как было сказано, держит путь в сторону Объединенных Арабских Эмиратов, где у нас сегодня идет активное строительство на инновационного центра Skyway в Шарджа. Итак, свое собственное производство. Да, то есть мы действительно, компания за эти годы обросла, как мы говорим, активами. Мы имеем практически достроенный Экотехнопарк на территории Республики Беларусь, там построено 5 трасс. Разного типа, есть и провисающая трасса, и полужесткий рельс, и жесткий рельс, да. Сейчас строится 6-я трасса на территории Экотехнопарка, на которой будут в первую очередь обкатываться, испытываться тяжелые транспортные средства, которые в дальнейшем будут следовать на территорию инновационного центра в Шарджа. Опять же, сделаю акцент, это сделано за 4 года, и действительно, вот сейчас вот здесь вот фотографии, например, да, верхний правый и нижний правый слайд, на территории заброшенного участка земли, 36 гектар, где, скажем так, пахло соляркой и маслом, это бывший заброшенный танковый полигон. Сегодня чистая, аккуратная местность, цветут сады, потому что было высажено несколько тысяч фруктовых деревьев, да, чтобы продемонстрировать, что транстехнология может, скажем так, существовать с природой и не мешать, скажем так, нормальному цветению садов, полетам насекомых, птиц там, и так далее, так далее, так далее. Далее, на сегодняшний день, начиная где-то с осени, да, активно, хотя первые переговоры состоялись намного раньше, подписаны документы были в апреле 2018 года о строительстве, выделении, скажем так, земли под строительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодня, вот вы видите макет инновационного центра в Шарже, сегодня идет активное строительство на территории этого эмирата, да, и в принципе не так давно были репортажи в мае месяце, где Анатолий Эдуардович Юницкий давал интервью непосредственно лидерам бизнеса Skyway Capital, и в принципе все это интервью вы можете найти у нас на
в разделе новостей, в группах в соцсетях и на сайте. Вот. Далее очень важный момент, то что для того, чтобы продемонстрировать, что из себя представляет высокоскоростной Skyway, да, и выделенный участок земли протяженностью до 60 километров в Эмирате Абу-Даби, и как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, стратегия компании еще до окончания строительства инновационного центра в Шарже, который является частью научно-технологического парка, да, расположенного в данном Эмирате, приступить к строительству адресных проектов, которых, как он говорит, уже и не один. Непосредственно, скажем так, участие в том, чтобы технология Skyway была представлена в научно-технологическом парке Шарджи, принял шейх Султан Ибн Мухаммед Аль-Касими. Да, то есть лично, скажем так, он был знакомен с технологией и сказал, чтобы проект, который был разработан без наших технологий, сказал, вы переработайте, чтобы технология Skyway была представлена тоже в этом парке. И сейчас идет как раз таки строительство на территории Эмирата Шарджи. Также следует отметить то, что осенью 2018 года, в начале 2019 года прошел целый ряд мероприятий, на которых была продемонстрирована данная технология руководству Объединенных Арабских Эмиратов, это и эмиру Дубая, также, скажем так, были представители Эмирата Абу-Даби, потому что именно там выделена земля для строительства высокоскоростной трассы. Ну и что следует отметить, то что высшее руководство Дубая приняло решение включить проект, который будет состоять из 15-километровой трассы Skyway с 21 станцией на территории Дубая. То есть видео, опять же, об этом можно найти, по-моему, 30 апреля. Да, есть презентация РТА, это Министерство транспорта и дорог Дубая, да, которое показывает, что из себя представляет технология Skyway. Как раз таки руководитель РТА представлял на целом ряде форумов, которые проходили в Объединенных Арабских Эмиратах, шейху Мухаммеду Ибн Рашиду Аль-Мактуму, да, это вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, это шейх Дубая, концепцию, в которой будет использоваться транспорт Skyway. И вот как раз таки в апреле месяце шейх Дубая подписал документ, есть видео, да, где он подписывает стратегию развития Дубая, там 6 различных проектов, одним из которых является как раз таки развитие проекта по технологии Skyway. За время разработки технологии с 2014 года, ну, наверное, мы возьмем даже не 2014 год, а первая международная делегация, да, появилась, наверное, с 2015 года. Да, то есть 32 международные делегации были на территории Экотехнопарка Республики Беларусь на нашем производстве. Также были, скажем так, представители стран СНГ, которые считаются, ну, где-то еще с одной территории, представители научных кругов мира транспорта Республики Беларусь. И эти делегации могли вживую убедиться, что из себя представляет транспорт Skyway. Плюс я хотел бы добавить, что специалисты нашей компании участвовали в большом количестве форумов в разных уголках земного шара, в различных конференциях, касающих развития там транспорта и крупных инфраструктурных проектов, скажем так, девелоперских проектов, и знакомили аудиторию с технологией Skyway. Как я вам говорил, в момент старта проекта был разработан вектор развития, либо план 15-этапного развития группы компании Skyway. Как я сказал, на сегодняшний день мы находимся на 13 этапе, и вот что хотелось бы отметить, буквально вот совсем скоро, 11 июня, мы перейдем на третий подэтап, 13 этапа. Как я говорил, опять же, на каждом этапе существует свой так называемый дисконт, это отличие, скажем так, дисконта, который существует сегодня, стоимости, номинальной стоимости акции в 1 доллар от той стоимости, которая есть сейчас, и с 11 июня этот дисконт будет уменьшаться. То есть при переходе с этапа на этап дисконт снижается только потому, что есть реальные результаты, чего достигла компания за это время, и есть чем похвастать, как мы говорим, вот, и рисковость инвестиций в наш проект становится все меньше и меньше. То есть, но все равно сегодня существуют выгодные пакеты, да, они все выгодные. То есть вы, если сегодня станете нашим партнером или инвестором, то есть ваши денежные средства могут потенциально приумножиться там, от 15 до 65 раз, но это, скажем так, на втором подэтапе 13 этапа развития группы компании Skyway. Сегодня инвестиции, которые предлагаются сделать людям, начинаются от 15 долларов. Многие называют, скажем так, сумму смешной, да, потому что действительно, когда речь идет о мире инвестиций, там речь идет о нескольких тысячах, десятках и сотнях тысяч долларов, да, если говорить о теме инвестиций. У нас есть разные инвестиционные стратегии, которые может использовать абсолютно любой человек. То есть эти пакеты можно приобретать разово сразу, эти пакеты можно приобретать в рассрочку на 10 месяцев, инвестируя ежемесячно небольшие денежные средства, да, и на выходе получить
вызвано солидное количество долей владельца технологии SkyWay. На сегодняшний день более 400 тысяч инвесторов в разных уголках земного шара с нами сотрудничают, то есть люди абсолютно разных социальных слоев, разных профессий, то есть здесь есть и пенсионеры, и студенты, здесь есть люди, которые занимались и занимаются крупным серьезным бизнесом. И, конечно же, инвестиции делают по той возможности, которая есть у людей на сегодняшний день. От там, $100 некоторые до нескольких десятков и даже сотен тысяч долларов. И такие инвестиции у нас есть. Какие перспективы, да, для любого человека, который принимает решение сотрудничать с нашей компанией в развитии технологии SkyWay? Ну, назовем так, дивиденды. Да, в случае успешной реализации проекта вы сможете получать часть прибыли компании с тех адресных проектов, которые будут реализованы на тот момент. То есть там не менее 20% от прибыли заложено в инвестиционном меморандуме для выплаты людей, которые поддержали технологию на раннем этапе развития. Возможно, обратный выкуп долей, потому что на каждом этапе, я вам говорил, был свой дисконт, люди приобретали, скажем так, пакеты по одной цене, в дальнейшем компания может, скажем так, чтобы вернуть, расширить свою капитализацию, выкупить, скажем так, большее количество долей, чтобы было в собственности, может быть осуществлен обратный выкуп. Кстати, для первых 5000 инвесторов, которые пришли в наш проект там, в 2014 году, фактически, да, первые 5000 человек получили возможность выплат, да, то есть первые инвесторы, которые приходили, у них, скажем так, дисконт составлял порядка 3500. То есть некоторые люди, вложив деньги тогда, за 4 года, у них, скажем так, десятикратный даже более подъем дохода, да, от тех вложенных денег, которые были вложены в 2014 году. То есть там порядка менее $20 вложений сегодня обернулись в $1000. Ну, то есть более $1000 тем людям вывести было нельзя, но тем не менее первые, скажем так, выкупы, первый доход от тех инвестиций, которые сделали люди в 2014 году, он уже был в нашем проекте. Дальше вы можете передавать в дальнейшем доли, которые, собственниками которых вы стали по наследству, в соответствии с законодательством той страны, в которой вы живете, да. Ну и в дальнейшем, в случае выхода на нашей компании на различные инвестиционные площадки, там биржевые площадки, вы сможете просто-напросто продать какое-то количество долей, либо все доли по той цене, которую будет диктовать уже рынок. Вот это те перспективы, которые есть у фактически каждого человека, который станет совладельцем пакета долей, ну, на том этапе, на котором мы находимся. Сразу хочу сделать акцент. Никого не хочу гнать, никого, скажем так, не хочу уплюшивать, ушатывать, скажем, тянуть как за рога, есть такое выражение, да, но только для тех людей, которые станут успеть владельцами пакетов долей на 15 этапах развития группы компании SkyWay, будет возможность получать прибыль с каждого адресного проекта, который будет реализован по миру. После 2015 года, когда прием инвестиций непосредственно в технологии на ранних этапах будет закончен, это можно будет сделать только в том случае, если будут, скажем так, создаваться какие-то акции отдельного проекта, куда можно будет вкладывать денежные средства и получать прибыль только оттуда. Юридически сделка, которую, скажем так, принимает решение оформить любой инвестор или партнер, оформляется в виде договора конвертируемого займа. То есть это договор между инвестором и компанией, по которому человек нам дает заем. Вот, и, в принципе, в том договоре прописано, что, дав займ нашей компании, дело прокредитовав нас, через 3 года вы можете получить, через 3 года, да, до 4% годовых на ту сумму, которую вы инвестировали в наш проект. Вот. При желании вы можете оформить требования, да, в момент оформления того же договора, и по этому требованию вы сразу получаете доли компании в собственность, то есть залоговые доли компании, которыми вы начинаете владеть. Если вы требования подписываете, соответственно, через 3 года вы вправе, скажем так, попросить, потребовать возврата своих денежных средств плюс 4% от тех до 4% от тех инвесторов вы сделали. Если говорить вкратце, то это, наверное, то, с чем я хотел вас сегодня познакомить. То есть у нас не было цели сегодня залезть, скажем так, в дебри, разбирать технологию до винтика. Да, у нас не было, наверное, цели долго рассказывать о том, какие перспективы нас ждут. Кратко рассказали о технологии, которая сегодня выводится на рынок, об ее успехах, того, чего мы достигли, о том, что сегодня есть возможность стать совладельцем технологии, есть прекрасная инвестиционная возможность практически для любого человека. Ну, а если вы хотите узнать больше, вы можете найти, скажем, информацию о развитии нашего проекта на сайте SkyWay Capital, на лендинге SkyWay Capital. Вот. А если еще и хотите увидеть, как выглядит в виртуальной реальности, да, целый ряд объектов, имеющих прямое отношение к технологии SkyWay, вы можете сейчас отсканировать QR-код, который видите на экране,
и перейти на страницу в интернете, где сможете посмотреть, как будет выглядеть здание вокзала, как будут выглядеть транспортные средства. Причем можете крутиться, скажем так, на 180-360 градусов, увидеть все это в реальности. У меня же на этом все. В принципе, если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием постараюсь на них ответить. Не обещаю, что отвечу на все 100 вопросов, точнее, на все вопросы, которые вы зададите. Ну и, наверное, сделаю маленькую ремарку, то, что, смотрите, наш проект развивается во многих странах, у нас проходит большая череда мероприятий, живых презентаций, онлайн-мероприятий, которые вы можете найти в разделе «События», да. У нас проходят международные конференции, вот, ближайшие из них будет в Риге, потом будет в Казахстане. Буквально вот на днях 1 числа прошла конференция под названием, ну, просто конференция «Скалы» в городе Зальцбург в Австрии, да. Вот, не знаю, Зальцбург, это, по-моему, Тироль, да, у нас область австрийская. Ну и, наверное, в среду мы постараемся сделать такое живое общение интерактивное, да, подвести итоги развития нашей технологии за весну 2019 года. Поэтому следите за новостями, мы, наверное, сделаем там рассылку, повестим вас в данном мероприятии. Потенциально, предположительно, это будет 17 часов по Москве в среду. Мы подготовим материалы и с вами пообщаемся. Сейчас же я готов посмотреть, есть ли у вас какие-то вопросы. Вот мне задают вопрос, где еще можно найти этот QR-код? То есть, если он не совсем срабатывает, у нас есть лендинг, да? Лендинг. Сейчас ссылка просто не под рукой. Прошу прощения за то, что, скажем так, не обратил внимания на это. То есть, по ссылке можно перейти на лендинг, там тоже есть QR-код. Кстати, на том лендинге есть и... Я сейчас попрошу своего, скажем так, коллегу, если он найдет быстро и сбросит мне в чате этот QR-код, я тогда в вебинарной комнате ссылочку эту размещу. Так, кроме QR-кода еще есть какие-то вопросы, друзья? Вот от себя могу только добавить. Смотрите, в 2014 году, когда мы начинали развивать наш проект, да, то есть мы говорили такое слово «будет». Мы останавливались там, например, на слайде, который рассказывал о том в 2015-2016 году, какие СМИ о нас рассказали. Сейчас мы этого просто не делаем, потому что, ну, наверное, каждый день какое-то количество средств массовой информации в разных уголках земного шара рассказывают о технологии Skyway. Да? Вот. То есть тогда не было ничего. Могли ли мы мечтать о том, что вот мы достигнем того, чего достигнем на сегодняшний день? Ну, наверное, да. Мы об этом и мечтали. Сейчас нам есть чем гордиться. Действительно, технология готова к тому, чтобы быть продемонстрирована уже непосредственно на территории Эмирата Шарджа, то, что я говорил. Да, там сейчас строится, ну, первая путевая структура, которая протяженностью 400 метров, там будет провисающая путевая структура, где будет продемонстрирован тропический уникар, специально создаваемый для условий тропического, скажем так, рынка, там, для пустыни, да, для того температурного режима. И цель – продемонстрировать возможности транспорта Skyway, непосредственно доказать, что мы можем строить в тех климатических условиях, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, что закрепит сознание наших арабских партнеров возможность реализации данной технологии на территории Эмиратов и не только. И сослужит, скажем так, нам отличную службу в том, что мы сможем, по сути дела, как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, не закончив еще строительство инновационного центра в Шарджи, приступить к строительству адресных проектов на территории Арабских Эмиратов, которые, скажем так, ну вот на подходе, да. Вот таким вот образом. И важный момент, действительно, когда я приходил, я помню, что у нас дисконты, например, составляли там от 250 раз на небольших пакетах до 1500, да, то есть люди, приобретая пакеты за небольшие деньги, получали большое количество долей. Сегодня на этапе 13 этапа этот дисконт составляет от 15 до 65 раз. Я могу сказать, что следующий этап, который нас ждет с 11 числа, дисконт еще снизится, максимальный дисконт уже будет 60, а не 65. Это при инвестиции в 150 тысяч долларов. Соответственно, остальные пакеты тоже там в процентном соотношении, ну, где-то от 10 и более процентов на каждом этапе, на каждом пакете, точнее, долей, будет ниже. Возможно, эту информацию мы разместим непосредственно перед переходом на следующий этап развития, поэтому тоже следите за новостями. И сейчас, наверное, то самое время, когда, как мы говорим, когда вот выгодно инвестировать в Skyway, нам часто задавали такие вопросы, мы говорим, вот в данный момент. И то, что, наверное, не прозвучало в информации нашего вебинара, 17 августа 2019 года состоится, скажем так, уже
привычное для многих мероприятие под названием Экофест. Это, как говорят, open air, да, то есть на открытом воздухе, на территории экотехнопарка будет продемонстрировано инвесторам, которые приедут на данное мероприятие, то, чего достигла компания за 4 года развития. То есть первый Экофест состоялся в 2016 году, потом был в 2017, потом в 2018, вот сейчас 17 августа будет четвертый Экофест. Кстати, билеты на данное мероприятие вы можете уже приобретать на сайте ecofest.swissystem.com. То есть там уже есть целый ряд новостей, когда ехать до Марьиной Горки и так далее, и так далее. Итак, друзья, если нет больше вопросов, то, наверное, тогда будем с вами... Есть ли видео с автором? Ну, вы знаете, мероприятие, которое состоялось в Австрии, да, то есть оно вот у нас было в субботу, поэтому пока видео мы не получали никакого. Если, скажем, пришлют какое-то видео и надо будет его разместить в интернете, там будет интересно, что вам показать, ну, я думаю, наши сотрудники быстро обработают этот материал, и мы тогда эту информацию где-то выложим. Итак, друзья, буду заканчивать на этом сегодняшний вебинар. Спасибо вам большое за внимание. То есть, ну, вот примерно в таком формате, я могу только предположить, да, будет даваться презентация проекта Skyway в дальнейшем. По понедельникам мы, наверное, в этом формате будем с вами работать. Поэтому приглашайте людей, которые заинтересованы в том, чтобы ознакомиться с информацией о развитии нашего проекта. Людей, которые не безразличны к своему будущему. Людей, которые ищут так называемую финансовую свободу и независимость. Людей, которые готовы двигаться, да, скажем так, познавать какие-то новые сферы жизнедеятельности, которые готовы помогать другим. То есть причин, почему прийти в наш проект, их очень много. Я на этом заканчиваю. Еще раз спасибо, здоровья вам, любви и денег. Ну, наверное, до новых встреч на наших мероприятиях. Так, дошло ли письмо до Лукашенко? Вы знаете, коллеги, ну, давайте еще, раз уж я попрощался, снова вернулся. Англичане уходят, не прощаясь, а русские прощаются, но не уходят, да? Есть такое выражение. Смотрите, петиция, которую создал Анатолий Эдуардович Юницкий в обращении к Александру Григорьевичу Лукашенко по поводу того, чтобы найти заказчиков и тех, кому выгодно, да, наводить напрасно и хаять наш проект на территории Республики Беларусь, на сегодняшний день набрала почти 25 тысяч голосов. То есть там 24, по-моему, 400 было перед началом данного мероприятия. Соответственно, чем больше людей проголосуют, чем больше людей отдадут голос, да, за нашу технологию, тем больше вероятность того, что все-таки на нашу петицию обратят внимание. Попала ли она сейчас на стол господина Лукашенко или нет, я вам сказать не могу. То есть такой информации у меня нет. Но будем надеяться, что это состоится в ближайшее время. Вы знаете, да, что мне Анатолий Эдуардович Юницкий пригласил президента Беларуси посетить территорию наших производственных площадей Республики Беларусь, на территории экотехнопарка, и ознакомиться с тем, что из себя представляет технология воочию, да, а не по словам тех помощников, там, министров, заместителей министра, либо прессы Республики Беларусь. Кстати, на территории Республики есть как положительные отзывы, так и не очень. Поэтому всегда, если мы хотим составить картину чего бы то ни было, да, лучше в чем именно в этом мнении о чем-то еще, о каком-то транспортном средстве, просто сесть и проехать, да, грубо говоря. Итак, коллеги, спасибо за внимание еще раз. До новых встреч на наших мероприятиях. До свидания. Отличной вам недели.